Особенности ивановской рыбалки. В минувшие выходные в регионе проходил чемпионат города по зимней ловле на мормышку. На состязании от образованной недавно Федерации рыболовного спорта собралось рекордное количество участников – 70 человек. Половить в уводе в районе парка Степанова приехали и гости из других регионов. Со стороны кажется, что зимняя рыбалка – не энергозатратный вид спорта. На самом деле это не так. Приходится и побегать, и побурить. А толщина льда здесь больше 80 сантиметров. Тут не замерзнешь. К физическим нагрузкам добавьте умственные. Нужна стратегия. Важно правильно выбрать рыбное место. На этом водоеме можно поймать окуня, плотву, подлещик, густера. Абсолютно любую рыбу. То есть здесь разновидность очень большая. И единственное, что крупную рыбу сейчас поймать достаточно сложно, потому что снасти применяются очень маленькие, тонкие. Если клюнет крупная рыба, как правило, это обрыв. Количество лунок, которые может пробурить спортсмен, не ограничено. В состязании важен результат. Он измеряется весом пойманной рыбы. Иногда в финале счет идет на граммы. Рыба, рассказывают участники, сегодня капризная. Из-за погоды. Сильный ветер подводных обитателей почему-то будоражит. Без секретов здесь не обойдешься. Да, то есть есть свои нюансы. Потому что спортсмены, как правило, используют кормового мотыля для прикормки рыбы, чтобы рыба подходила. Просто так обычному рыболову-любителю не так просто поймать рыбу. Но все реально, все можно. Даже вы можете поймать. Светлана Малинкина любитель, на состязаниях принимает участие впервые. Хотя на рыбалку женщина ходит постоянно, на реке проводит каждые выходные. Считает, успеха в этом спорте достигает тот, у кого больше опыта. И тут не важно, кто это, мужчина или женщина. Сегодня у Светланы небогатый улов, всего два маленьких окунька. Но она надежды на успех не теряет и удочки не сворачивает. Сейчас вообще глухозимье считается, рыбка пассивная очень, она... Не очень кормится, не очень идет на все эти наши уловки. Есть прикормочки, есть какая-то наживочка, какая-то мормышечка, игра какая-то вот этой мормышечки. Мормышечка – это то, что там внизу с крючочком, внизу там. У спортсменов принято после соревнований весь улов отвозить в приют для животных. В уводе нет ни цены, ни промысловой рыбы, поэтому никакого ущерба окружающей среде. А питомцам приютов приятно. Светлана своих честно пойманных мальков решила отвезти домой, к котам, порадовать хвостатых. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.